Всем здорово, чуваки! С вами Джейл, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с вашей любимой рубрикой «Прячь и ищи». Всем здорово! Ну а сегодня, чуваки, мы проведем мега-выпуск, в котором у нас подготовлены самые гигантские тачки. Ну а если вы точнее, тачки у нас по возрастанию. Каждый из нас должен спрятать один гигантский Бигфут, один средний Бигфут, и также у нас есть маленький Бигфутус, который мы будем сегодня маскировать на территории огромного здания казино. Я уже проверим, кто спрячет свою коллекцию лучше от нашего соперника, но кто ее отыщет. Поэтому, чуваки, сегодня хочу вам пожелать приятного просмотра, приятного аппетита и крутого настроения. Ну и давайте проверим, кто из нас спрячет коллекцию лучше. Поэтому, чуваки, про лайкос не забываем, ну а мы ролик начинаем! Пам-пам! А прятки, ребята, наши уже начинаются! И вы просто сравните меня, ребята, с размером колеса самого гигантского Бигфута! Это же просто как два джела! Короче говоря, сегодня у Паши достаются желтые Бигфуты, у меня фиолетовые Бигфуты! И даем сигнал, что рубрика начинается прямо в начале сразу! Ой, он решил начать с самой маленькой тачки! Ну а я, ребята, начну наоборот с самой гигантской! И давайте замаскируем вот этого монстра! Вы просто посмотрите на его размеры, это же пипец! А чем тачки больше, тем труднее их прятать, поэтому давайте отыщем самое жесткое, нереальное место! Что самое интересное, чуваки, этот гигантский Бигфут не поместится ни в одном здании, ни в казино даже не заедет, поэтому будем его маскировать просто на границе. Итак, берем разгон, и я знаю, тут есть как раз-таки конюшни. Погнали! Опа! Нормально, нормально. Вот это паркур, чуваки! Ну-ка, а по крыше он проедет, ребята? По идее, он даже в эксперименте лезется победителем был. Воу! Это же реально скилтестерская тачка. Давайте его просто спрячем, знаете где? Прямо за деревом. Тут как раз много листвы, много деревьев, поэтому за зелеными вот этими листьями вообще его видно не будет. Тем более он у нас такой темно-фиолетовый, ребята, поэтому вот так замаскируем его. Посмотрите! Это же реально не видно. А вот со стороны точно не видно, вообще не видно. Ну-ка, перелезаем через забор. Отсюда, ну только колесо чуть-чуть просвечивается, а Бигфут фиолетовый вообще не видно. Переходим к следующей тачке. Самым гигантским Бигфутом я намучился, поэтому давайте, ребята, средний брать не будем, а возьмем маленький Хаммер. Но это даже не знаю, Бигфутом назвать трудно. Это просто большой внедорожник на гигантской подвеске. Поэтому этот тачил будет спрятать намного легче. Давайте это и сделаем. И, кстати, есть у меня одно местечко на примете, которое идеально подошло бы для этого Хаммера, чуваки. Он такой полувнедорожный, полугородской. Короче говоря, поместится где угодно. Только есть одно место, которое называется гараж. Что? А почему нельзя заехать? Так, ладно, есть попытка номер два заехать с другой стороны. Как раз-таки с этой, если нельзя заехать, можно его спрятать вот тут. Ну тут-то точно открывается, я стопудово так проверял. Давай, давай, давай. Вот, мы заезжаем в гараж, но Паша будет его проверять стопудово. Поэтому мы что делаем? Правильно, заезжаем направо, ребята. И вот тут его будем маскировать на выходе. Все, за стенкой его точно меньше шансов заметить. Поэтому оставляем прямо тут и переходим к нашему уже гигантскому, супер-крутому Бигфуту. А, ну не такой тут гигантский, чуваки, это Бигфут среднего размера, я и забыл. Короче говоря, у него-то, в принципе, по плюсам есть большой размер, но минусы, у него слишком широкие колеса. Что это такое? Кстати, кто не знал, в эксперименте мы тестировали этот Бигфут, и он умеет еще плавать. А это неплохая идея, чтобы спрятать его, ребята, на озере. Давайте так и сделаем. Как раз таки он, по идее, фиолетового цвета, почти синенький. Можем его просто-напросто замаскировать прямо тут. Куда-нибудь вот сюда прыгаем, чуваки, и аккуратно топим. Только он не утопится. Он плавает. А как я его прятать буду? Сделаем тогда по-другому. Немножечко вот сюда заедем, ребята, и вот тут его спрячем. Люди, здравствуйте! К вам может тут припарковаться. Во! Отличное место. О, фоткайте, фоткайте. Ну а мы тогда переходим к нашим уже поискам. И сегодня искать тачки мы будем, чуваки, не на мотоциклах, а на квадроциклах. Причем турбованных, спортивных, гоночных. Поэтому давайте проверим, кто отыщет Бигфуты круче. Нашли Бигфуты разного размера. У кого-то большой будет, у кого-то средний, а у кого-то маленький. Паша, у тебя, например. Это у тебя. Ну что ж, засекаем на таймере 5 минут и проверим, кто из нас круче. Готов? Я готов. Тогда 3, 2, 1. Поиски начинаются. И первым делом, ребята, проверяем что? Проверяем парковку. Я поехал на парковку. Подъемную. А я поеду в казино. Буду проверять казино. Казино? Ты думаешь, Бигфут поместится внутри казино хотя бы один? Ты что, офигел, что ли? Ну, я думаю, маленький поместится. Ну, давай, проверяй. Я пока что парковку проверил. Тут ничего не нашел, значит, ты тут не прятал. Выезжаем аккуратненько, ребята, и едем в следующее место. Чего? Погоди! А я, кажется, знаю, что ты мог спрятать в казино. Ты же говоришь, что поместится. Нет, я не так прятал. Да, а мы сейчас проверим, ребята. Опа! Ай!
переехал сам себя! Чуваки! Ну нафиг это казино! Погоди, а у него же двери не открываются! Сюда заехать много можно только через парковку. Ладно, поедем через парковку потом. А я пока проверю пустые. Я на парковке сейчас. Проверяю тут все. Да! Хорошо, хорошо. Проверяй, проверяй. Пока либо мы проверяем центр. Потом поедем по границам. Всего лишь одна минута у нас прошла, поэтому по времени успеваем. Так, и за минуту опять... я нашел машину. Что? Паша, как ты нашел ее? Как ты нашел? А вот понял. Так вот все. Открывайте двери. Что? Ты что, дверь сломал? Пока. Ты нормальный? А как это сделал? Слышь, ты броневик недоделанный. Я не понял, как он дверь выломал? Хамер я нашел просто мой. Крутой. Это для крутых доступно. Как вверху, я не понял. Так, ай! Пипец, ребята, пипец. Как на этих квадроциклах управлять? Ладно, поедем к бандитам. У них есть гараж, а в гараже есть тачка. Чья? Твоя. Так, проверяем, проверяем. А я поеду на сеновал. Там давай, есть давай. Сено, и возможно, твоя машина. Нет, тут нету. Погоди, я что-то не понял. Сегодня, по идее, самые легкие прятки, потому что у нас самые гигантские тачки. Но одной машины я не вижу. Где твои машины, Паша? А так. Я под землей их спрятал, замаскировал. Под землей? Где ты откопал яму какую-то? Опа, опа, опа. Проверяем вот это место, ребята. Отлично, ничего не нашли, понятно, поедем в другое место. Погоди, так у тебя ничего нет. Чего? Значит, мы еще вообще не пешком. Вообще, ноль, дырка от бублика, я тебе говорю, куда ты спрятал машины. Так, смотри, может быть, у него где-то на доме, на гараже, или, например, опа, опа, чё? Или, например, под мостом она у тебя, желтая вон там, что-то желтое. Да ничего нет под мостом. Вип. Да, конечно! Ой! Хорошо, хорошо, ребята. Хотя бы одна машина найдена. Я уже думал, без тачки останусь. Так, аккуратнее. Нифига себе! А как я туда попаду? Так, веревка мастер. Самая легкая тачка. Так, ребята, погнали! Оп, давай, давай, давай. У-ху! Помогите. Чуваки, будем на веревке, как Человек-паук катапультироваться. Спайдермен! Я фиговый Спайдермен! Плашмя! Об землю. Ё-моё! Я реально не умею Спайдермена мыть. Чуваки, где этот Бигфут, ёлки-палки? Давай, давай, давай. Вот так берем и притягиваем его. Все, на этой веревке, ребята, как читерская какашка болтаюсь. Ё-моё! Я не понимаю, я реально не понимаю. Помогите! Так, ёлки-палки сел, еле-еле. А время тикает, давай поспеши. Ух, тикает, тикает. Натикало уже на 3 минуты. 4. О, 3 минуты! Это же прячущий, у нас 5 минут всего. Стоп, Паша. Осталось 3 минуты или уже нет, прошло? Нет, остается 2 минуты. Прошло 3 минуты. Давай, давай, давай. Надо быстрее торопиться. Ну хотя бы одна машина есть. У меня самый маленький Бигфут, а у тебя самый маленький тоже. О, будем наравне сегодня на маленьких Бигфутах. Аккуратненько. Да я все найду, твой и средний, так, и большой. Но мне не нравится. У меня какая-то развалюха, ребята, сельская. У Паши хотя бы Хаммер, а у меня реально пикап. Куда он мог еще маскировать? О, ты что там, на чем гоняешь? На чем гоняешь? Я, на квадрике? Ну, на своем квадрике. Так, так, так. Ага. А вот тут же тоже есть трава, кусты, деревья. Может быть, он на поляне спрятал где-то. Я буду здорово, проверять. Здорово, здорово, здорово. Мне кажется, ты мог воду свою тачку. Я ни за что в воде не утоплю тачку. Так, поеду-ка я отсюда подальше. Что? Нет, нет, а нет. А что нет, я нет. Вижу там? Большое фиолетовое. А я, кстати, изначально хотел его утопить в воде, но он это не утапливается, он потому что подводный. Блин! Чуваки, нашел мою тачку, оказывается. Так, опа! Опа! Чего? А я тоже нашел! Да! Причем ты нашел среднюю машину, а я нашел самую гигантскую из своей коллекции! Биг Брат в пещере! Ага, ну фигня. Ой, а че ты его дальше не запихнул? А, подожди, а дальше не проехать, нифига себе! А я выйду отсюда! Ну-ка, выезжаем, выезжаем. Выезжай, аккуратно! Да, по идее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Слишком большой размер! Чего? Я еле выехал! Меня чуть не придавило в лепешку! Нормально тут людей в канализации отдыхают? Давай, едем на спавн! Езжай, езжай, я тоже еду! Вот так, аккуратно! Нет, чуваки, если выбирать между Биг Братом и пикапом, я выберу однозначно вот этого гиганта! Ой! А мне нравится эта машина! У нее 6 колес! Ну давай, давай! Ну смотри, по времени остается еще полминуты, поэтому я... Я знаю! Я знаю! Я знаю, я знаю! Я уже, смотри, без квадроцикла... Найду твою машину. Это что такое? Можно лестницу построить этого Бигфута? Без ну, квадроцикла. Давай. Вот стопудово. Без квадроцикла. Ребята, смотрите. Прям с первого раза отыскиваю. Раз, два, три. Она у него на казино. Поэтому взлетаем. Погнали. Ну ладно, пусть будет. Нет, я ошибся, я ошибся. Подожди. Стой, на казино или нет? Я думал, ты на крыше спрятал. Ай! Я целился в бассейн, чуваки. Но время у нас. Что? Правильно вышло. Поэтому 5
минут у нас заканчивается, Паша. Предлагаю нам встретиться и выбрать Бигфут, на которых сегодня мы будем участвовать в испытаниях. Паша, посмотри наверх. Летит Человек-паук. Парашют. Оп, нормально. Супергеройское приземление. Короче говоря, я, ребята, очевидно выбираю, как уже сказал, самую гигантскую машину Биг Брат на испытания. А у тебя выбор. Вот эту тачку. Четырех. Вот эту шестиколесная. Она восьмиколесная. У нее 8 колес. Или вот эта четырехколесная. Давай. Вот это. Ну что ж, тогда нам остается только прокачать наши коллекции, ребята, и перейти к первому уже испытанию. А теперь, ребята, пришло время заценить мой супергламурный Бигфутус, Бигбратус, который сегодня разнесет Пашу в кусочки, в клочья, потому что первая битва у нас будет на авианосце и называется она «Толкучка на воде», где мы проверим самый сильный Бигфут. У тебя там 8 колес, но у меня 100 колес, он здоровый, гигантский, который сегодня тебя раздает в лепешку, в блинчик. Ой, конечно. И, ребята, не просто так у меня такой тюнинг, у меня для вас мини-челлендж. Придумайте название для моего Бигфута. Обычно я вам даю челленджи придумать названия, там легкие, простые, но вот для этого Бигфута реально название придумать очень трудно. Я даже не знаю, назову его милое маршмелло, гигантское, мутантное такое. Это пончик. Какой пончик? Пончик таки не бывает. Короче, самые крутые комментарии для этого Бигфута отмечу, как и всегда, своими красными сердечками. Ну а мы начинаем первую нашу битву. Я тебе говорю, у тебя просто 0 шансов против меня. Раз, два, три, погнали! Розовый кролик! Шансов, тебе хана! Смотри, с первого раза ты улетаешь, смотри, вот так, бам! Опа! Ой. Опа! Ой. Подожди! Стой! Пальчик, я плохо разогнался! Я плохо разогнался! Ой! Уезжаем! Ребята, у него слишком тяжелая машина! Я этого не ожидал! Так, налево, направо, налево, направо! Отстань! Бабах! Паша! Что это было? Это был нокаут! Нет! Это был взрываут! Ну ладно, чини машину, переходим ко второму раунду! Ладно, чуваки, что-то я недооценил Пашу Бигфут, буду намного аккуратнее, поэтому раз, два, три, погнали! Так, сюда. Беру адский разгон! Ну, кстати, разгон-то у меня быстрее так-то! Давай! На! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Подожди, я вот стой на месте, сейчас я сдвину, готов? Давай, раз, хорошо! Три. Вот так, на тебе, получай! Ой, щекотно! Какой щекотно? Подожди, вот стой на месте! Не-не, стой на месте! А можешь краю подъехать еще, краю! Ага, краю! На тебе! Да как его скинуть? Давай! Ребята, не надо! В сухую! Переверните, я как черепаха какая-то! Оп, уезжаю вперед! Я не могу даже с места сдвинуться! Оп! Смотри, обманный маневр! Опа! Вот так! Оп, резкий разворот! Я буду играться с тобой, как с мячиком! Да! Подожди, у меня есть тактика! Хорошая тактика! Я ее не придерживаюсь, но буду! Переходим к третьему, чуваки, раунду! Ладно, моя цель — продержаться хотя бы одну минуту минимум! Раз, два, три, погнали! Ты как красный бык! Давай! Ой, а у меня есть идея, Паша, вот так, смотри! Опа! Прячемся! Ага! Ты не кажется, что сам упадешь просто? Нет, я не упаду! На! Отстань! Ой-ой-ой! Ты сейчас сам себя скинешь! Смотри! Ты как машина рампу ты меня переезжаешь! Отстань! У меня слишком легкая! Я построил облачный Бигфут, ребята! Я назову розовое облачко себя! Оп! Умеешь так? Не надо! Так, давай! А вот так, переехать забор можешь, нет? Ой! Сейчас я его скину! Давай! Не надо! Так, уезжаем! Ну его нафиг, ребята! Паркур! Не подходи ко мне! Давай! Я буду пугать тебя! Ты на обрыве! Я тебя специально заманил сюда! На тебе! Получай! Я поеду, знаешь ли! Ой! Не нравится мне этот чувак, я не могу его скинуть! Я тебе поддаюсь, даже ты не можешь меня скинуть! Поддаешься! Встань на край, вот поддайся нормально лучше! Хорошо, смотри, становлюсь на край! Ребята, смотрите! Победа стопудовая! На тебе! Стоять! Паша, ты мог нормально поддаться! А я упал. Блин, получается, это нереально, ребята. Это нереально. У него Бигфут реально сильнее и мощнее. Переходим к нашему второму тогда испытанию. Ладно, ребята, с гигантским разгромом мы переходим к следующему испытанию, которое находится у нас на самой высокой точке в GTA 5. Это гора Челяд. И называется это спуск с горы. Кстати, смотрите, гору это так-то снегом засыпало, поэтому сегодня снежная битва будет. Чуваки, кто первый спустится вниз к дороге к финишу, тот и получит еще один балл. Ну как еще один? Я один балл получу, а Паша будет уже четвертый балл получать, получается. Да. 3-0, как так-то? Такого разгрома я еще никогда не терпел. Ладно, проверим. У меня колеса большие, везде проходимые. Тут-то я точно победю. Раньше времени говорить не буду. Раз,
два, три! Погнали, я тебя сейчас толкну на тебе. Победа в сухую! Так, победа в сухую. Какую в сухую? Не надо, Паша, не надо. Пощади мои колеса. Давай. Победу в сухую. Ой. Я этот челлендж усложнение сделал. Еду задом теперь. Пока. Аккуратно, главное не улететь вниз. Развернись, бегут, пожалуйста. Веревкой буду цепляться, если что, ребята, если буду падать. Лёх, зря ты выбрал этот Биг Брат. Надо было маленький Биг Фут брать. Да почему? Раньше я на нем всегда побеждал, чуваки. Я на нем просто 100 лет не катался уже, поэтому забыл, как управлять. Ой, ты уже спускаешься? Так, подождите. Я уже лечу. Большие колеса тут проехать не могут. Но вот тут, ребята, я стопудово проеду любой камень. Да, в камнях все тачки застревают, а я могу идеально проехать. Смотри. Оба. Вот так. Я тебя уже догоняю, чтоб смеешься. Слева объедем, ребята. Ты очень плохо это проезжаешь. Нормально. Будем, ребята, по горам ехать. По горам большие колеса где угодно проедут. И маленькие елки переедут, и камни тоже. Вот так. Я лечу. Я сейчас на тебя приземлюсь, мне кажется. Опа, подожди. А я тебя обогнал так-то. Да, где он? Вон он, красный. Давай, да пока что я сзади. Нет, пока что. Ой, оттолкаться нечестно. Ой. А колеса у кого-то широкие, застрянут в деревьях стопудово. Смотри. Кстати, у меня нормальные колеса. Нет, это у меня нормальные. Погнали. Сейчас сальто круг крутану. Вот так. Идеально ровно. Вау. Меня даже деревья впервые не останавливают, я просто насквозь проезжаю их. Давай. Жмых. Да, только там еще мост есть, Паша, который ты фиг преодолеешь. Вот так, проезжаем камешки. А я его аккуратно. Перееду. Это я его перееду, и забор перееду. Опа. Все, переехал, офигеть. Так, давай. Ребята, самое опасное. Я застрял. Баланс, я тоже тут застрял. Не. Он несется на бешеной скорости. Быстрее. Бегемот розовый, блин. А где финиш? Финиш сейчас. А, появился. Давай. Офигеть! Я в конце реально просто забуксовал на месте. Я думал, я проиграю. Чуваки, большие колеса, помоги мне, в принципе, преодолеть заборчик. И получается, я получаю свой первый, единственный балл. Ну ничего, переходим к финальному испытанию. Ну и прибыли мы, ребята, на гигантский стадион, где пройдет испытание футбол. Вот тут-то у меня, кстати, есть все шансы отыграться, потому что будет у нас 2 раунда футбола, и кто кому забивает гол, получает 1 балл. А счет у нас 3 балла у Паши и 1 балл у меня. Если я 2 раза победю, будет ничья, а если ты 2 раза победишь, то будет 5-1. 5-1! Нет, такого я не допущу. Да. Короче говоря, моя команда розовые пумпышки, у Паши красные демоны какие-то. Поэтому кто кому забьет, получит балл. Готов, Паша? Я готов. Тогда 3, 2, 1, погнали! Давай. Ой, отбирай мяч. Переехал мяч! Да. Так, правлявый, большие колеса переезжают мяч, ребята. Ой, стоять, я розовый Рональдо. Вот так, налево. Давай, а я Месси. Ой, ты чё? Давай, Месси. У меня мяч багуется. Чего? Мяч багуется? Это хорошо. Есть шанс победить Джеллу сегодня. Ой, куда ты? У меня ворота справа. Нет, переворачивайся. Нормально, ты пока там переворачивай мяч, а я на ворота встану. Во, спасибо, дай я его заберу. Между колес, смотрите, можно его затянуть и на мяче поехать куда-то. Вот так. Ты не хочешь даже нормально его пинать. Да ты капец, у меня колеса большие, они переезжают его. Давай. Профессионалу мяч. Нет, я его, смотри, правым колесом докачу. Давай, вот, нормально, ребята. Отбирай мяч. Давай, катись. Паша, не трогай. Гол. Давай. Да. Серьезно, ты видел? Это был 3-очковый. И кто же будет круче, ребята? Розовый Рональдо или Месси красный? Ну что ж, второй тайм начинается. Через 3, 2, 1, погнали! Кто быстрее ты мяча, ты я. Оп, обираю, оба. Паша! Помогите. Гол! Какой гол? Ты что, мной в мячик играешь? Нет, ну, нет. Того. Подождите, мне надо спуститься. Защищай ворота. Сейчас забью. Паша, у меня проблемы большой машины. Это нечестно, подожди. Ты меня катапультировал. Ребята, требую реванш. Получается, Паша, мы считаем плюс 1 балл. И счет у нас 4-2. Это гигантский отрыв. Ладно, 1, 2, 3. Третий раунд, погнали! Да, давай. Сухую, ну ладно. Нет, сухую не будет. О, отобрал мяч. Угу. Куда? Я сейчас совсем ворота забью. Нет, катись. Забивайся, а я что? Уезжаю. Он катился прямо в ворота. Не дам. Давай, Паша, давай. Ну-ка, проверяем. Я беду их в левые ворота. Да, види. Ой. Обманочка. Ты там играешь в пинг-понг? Давай. Правый. Ой, вправо. Обманочка. Отбираем, смотри, вот так отбираем. И задом сейчас буду гол забивать. Иди в попу, сам себе гол забей. Я не дам тебя. Давай.
Ты чё? Стой! 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 Да меня тут зажало ворота! Как? Прищемил вратарь недоделанный! Ладно, тут уж очевидно. Паша сегодня меня побеждает со счетом 5-2. Это гигантский отрыв, больше, чем в 2 раза. Поэтому его поздравляем в комментариях. И очевидно сегодня, 8-колесный Бигфут сильнее, чем Биг Брат. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. Ну а если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ну что ж, чуваки, а на этом видос подходит к концу. Кому понравился, поддержите его лайком. А также напомню, для вас, чуваки, челлендж в комментариях. Придумайте самое оригинальное название для этого сумасшедшего розового Бигфута. Интересно будет прочитать и пролайкать. Ну а с вами с вами был Джейл Флейтин. Ссылка на Пашу будет также в описании. Переходите и подписывайтесь. Всем удачи, всем покеду, чуваки. Всем пока, народ.